И всем привет, с вами Вячеслав Син, и сегодня мы продолжаем играть в Властелин Колец Онлайн. Какая-то невидимая сволочь опять на меня бежит. Чё так медленно-то? Господи, а он даже не за мной бежит. Вот. И что мы делаем в этой серии? В этой серии мы наконец-таки едем в Остгурут. Гурут. И, в принципе, наше действие переходит с западной части пустошей на восточную часть пустошей. Поентому. Все хорошо. Все замечательно. Мне все нравится, я всем доволен. Все отлично. Ветви тиса. Найс. Господи, сколько из него выпало-то, а? Так. Ну, видать, что придется отстреливать по дороге всякую нечистоту. И нет, так мы замучаемся. Но мне нужны вот эти вот вороны. Их мне надо всего ничего. Меньше 30 штук, поэтому уж извиняйте. Давайте я по дороге побегу пешочком. Заодно посмотрите, что у нас есть слева-справа. Там мы искали... Короче, босса какого-то убили с его охраной. Помимо этого, мы искали там сокровища древние. И мы там искали ящики. То есть в этих развалинах мы были. Там какая-то из гор, возможно, вот эта вот гора, это вход в подземный лабиринт небольшой, где у нас сотрудничают орки с гномами крепкохватыми, естественно. Не с длиннобородами, не дай бог. Длиннобородый гордый народ, и с орками они никогда водиться не будут. Ну, я надеюсь, по крайней мере, что не будут. Может быть, какие-нибудь отщепенцы, конечно, и будут. Но их, я думаю, быстро исключат из рода и при встрече просто-напросто запинают и закидают камнями. Так. Вороны, где же вы, черные? Ворон становится все меньше. Хотя, на самом деле, их до хрена. Так что я, возможно, даже пока добегу... А вон, видите, виднеется. Вот это уже Озгурут. Кто ты? Мирали 39 уровня. Привет. Так. Там у нас развалины Озгурута. Да, Озгурут — это не обычный город. Это банальные развалины. К сожалению. Или к радости. Не везде же быть городам. В принципе, насколько я знаю, как таковых городов мы в ближайшее будущем не увидим. Ну, кроме разве что этого. Я взял секунду на раздумье Ривенделла. Хотя я не знаю, в какую сторону я пойду после пустоши, честно говоря. В Троллинную пущу или не в нее. В общем, честно говоря, будет видно. Не могу ничего сказать пока по этому поводу. Пауков пока не убиваю. Нет, не стараюсь. Потому что я точно помню, что там будут квесты на убийство пауков. Вот такие вот пироги. Так. Орка нам не нужны, в принципе. Но по дорожке, чё бы нет. Вальнуть одного-двух. Мы, в принципе, уже приближаемся. Уже чуть-чуть осталось до Озгурута. Эка я сквозь камень-то стреляю. Всем бы так уметь. Варк-преследователь. Интересно, почему он преследователь? Неужели он преследует? Капитан, очевидность на страже вашей логики. Так, тут у нас где-то должна быть конюшня. Не пропустить бы ее. Слушай, она находится рядом с Озгурутом, а не в самом Озгуруте. Не понял. А почему она вообще сбоку? Ну, нам, в принципе, не принципиально, честно что говоря. В принципе, не принципиально, блин. Принцип, не принцип.
Блин, такие слова рядом находятся, а используются все равно вместе. Интересно. Русский язык интересная штука, честно говоря. И, дамы и господа, добро пожаловать в Востгурут. Ну, эпиком, конечно, тут не пахнет, но неплохо. Девочки. Девочки, очень хорошо. И мальчики, отлично. А что вы тут делаете? В картишки режемся. Дурачка. Итак. Здравствуй, Ниарин. Здравствуй, здравствуй, здравствуй. Да не крутись ты вокруг меня. Если ты хочешь меня в братство пригласить, к сожалению, нет. Тем более Хабаностро, ну что-то как-то звучит неблаго... Ё-моё, мать вашу за ногу. Ладно, путь к Эгланам. Девочки, что вам от меня надо? Шо? Хобот. Хаюшки. Так, сейчас у нас, видимо, нас будут донимать. Нет, девушки оказались смирные. Ну окей, а мы продолжаем наше путешествие. Что тебе нужно? Довольно печальные новости. Мы знали лишь, что эти орки пришли с севера и запада. Они явились под покровом ночи, запалили руины и вырезали... Спалили, может? Ну ладно, запалили руины и вырезали тех наших соплеменников, кто там был. Сейчас же они обратили свой взор на великую реку на востоке и на болото на юге. Северное болото орки оставляют мертвецам. Ты, Диагол, сейчас находишься в доме Эгланов. Просим тебя с уважением относиться к нашему народу и нашей земле. Так как бы я никогда не старался быть буяном нигде. Ну, когда только напьюсь. Ну, в игре, естественно. Друг Эгланов я теперь. В жизни-то я обычно... Вообще почти не пью. Точнее, не пью. Так, это у нас союзник Иглан. Хорошо, и репутация у меня. Ну, в принципе, все хорошо у меня. Друг, следующий будет родич, и в принципе все. Заслуженное доверие. Приветствую тебя, Диагол. Я Фридрих, старейшина Игланов, и мне известны твои деяния. Наш народ уже в долгу перед тобой. Твоя помощь Игланам неоценима. Благодаря тебе, Гадарик и Гунульф, говорят, что черные всадники проскакали с запада, и тень окутала наши земли. С юга пришли орки, что не в ладах с северными орками и их союзниками-гномами. Издавна нам угрожали полуорки и пауки, а теперь к ним добавились варги и крибаны, пришедшие с орками и гоблинами. Да, встречался с ними, встречался. Из Тролины Пущи в поисках убежища явились Йорткин, или сыновья земли, как они себя называют. Они хотят мира, но зло следует за ними по пятам. Есть и последняя беда, но о ней я пока умолчу. В свое время ты узнаешь. Какова самая большая угроза, нависшая над Эгланами? Можно я убегу? Убегу и побегу головой биться об стену. Сонханы. Диагол, если ты хочешь помочь, я расскажу то, что мы уже знаем. Хана, девушка из нашего поселения, отправилась на болото, что на северо-востоке в развалинах. Ей попалась древняя реликвия. Как ты знаешь, мы берем то, что дарят нам руины, и Хана не думала, что находка чем-то ей грозит. Честно говоря, я уже припоминаю эти руины, там усиленные мобы. В тот день что-то странное случилось на болотах, что-то недоброе, что напугало девушку, и до сих пор преследует ее во сне. И почти 31 уровень, нифига себе. Я боюсь за нее. Пожалуйста, отыщи Хану и выясни, что за кошмары не дают ей сомкнуть глаз. Вы, конечно, меня пардоньте, что я отвлекаюсь, но, блин, тут столько всего, столько всего. Есть одно место. 20 уровень, а чё так мало? Ладно. Есть одно место, где можно остановиться на ночлег, да, приют там в начале карты. Хозяин ее старик, а постояльцы замкнутые и угрюмы, но постели там теплые, а вино прохладное. Иди на запад по дороге, которая привела тебя сюда. Вскоре ты увидишь таверну забытый приют. Ты чё, охренел?
Это мне что, обратно теперь? Санта, не маши хвостом. Мне не смешно совсем. Я знаю человека по имени Кандак Светлолес. Возможно, он в таверне. Если заглянешь туда, передай ему привет от Фредерики. За 4 серебра я из них потрачу 90 медиков туда, 90 нафиг обратно, плюс 10 минут своего времени. И за это 4 серебряника. Спасибо! Добрый господин. Вангмаур. А, окей. Есть место, о котором тебе следует знать. Место, пропитанное порчей, полное смертельных опасностей. Это место Ангмаур. Алое болото. Вода там красна, как кровь. Кровь земли, что сочится из раны под названием Гарта Агарвин. Но все же есть храбрецы, которые не страшит Агамаур. Постарайся помочь им. Некоторые из моего народа и гланов стали лагерем в самом сердце этой тьмы. Я прошу тебя оказать им помощь. Направляйся туда и поговори с Эриаком Сильным. Вот увидишь, он найдет применение твоей силе. Агамаур держит для... Ой, лежит к северо-востоку отсюда. Ищи багровую тропу. В топях Харагмара найдешь ее, найдешь и путь в Агамур. Агамаур. Вау, слушайте, крутая лошадка, мне нравится. Прям как моя. Только моя с выпивкой. А это со всякой листвой. Наверное, какая-то модная лошадка, да нет, вроде обычная. Охотник, пустоши близ Остгурута. А, охотник? Трамсвит хотел бы поговорить с тобой. Толковый охотник — редкость в наших краях. Уверен, тебе будут рады в Остгуруте. Спасибо. Да чары. Ну, чары, да, чары мне пригодятся. Книга 3. Пролог. Пожар на севере. Я получил сообщение от одного человека, возможно, ты его знаешь. Этот следопыт по имени Кандайт. Знаю я его, он сидел под горой, а потом, когда мы с ним начали штурмовать Заверт, то он тупо сломал ногу и начал мне орать, что «А, меня побили орки!» Я не знаю подробностей, но советую тебе с ним поговорить. Полагаю, у него какие-то вести из Северного Нагорья. Его лагерь разбит к северо-западу от Заверти. Ступай на запад к забытому приюту, а затем... На севере увидишь под деревьями его палатку. Спасибо, да. Причем я, честно говоря, знаю, что я дойду до него. Хотя нет, это пролог. Тогда все нормально. Тогда я дойду до него, и все будет окей. Наверное. А может и нет. Я не понял, а с Радагастом так там к кому идти? Пожары Радагаст. Книга 2. Давайте глянем. Короче, у нас еще достаточно. Трамсвит, ты же по охотнику? Я могу тебе помочь. О, господи, что ты так много говоришь? Тебя зовут Диагул, и твое ремесло охота? Эгланы живут здесь уже много лет. Дикие тропинки давно стали тропами эгланов. Если ты хочешь узнать о путях, что ведут через пустоши, я расскажу тебе. Я Трамсвит, могу назвать тебе приметы, которые помогут тебе провести отряд через пустоши. Короткой дорогой. Я сделаю это, если ты докажешь, что обладаешь нужными умениями. Моя сестра Хагальгит ушла из Узгурута этим утром. Разыщи ее след и иди по нему. Пока не повстречаешь ее, спроси у нее имя единственного зверя, на которого я охотился, но пощадил. И тогда я научу тебя всему, что знаю сам. Интересно. Кролик. Поутру Хагахильд проходила мимо Уни, гнома, что держит здесь конюшню. Расспроси его, чтобы понять, где начинать поиски, а затем положись на свое мастерство. Спасибо. Тебе что надо? Бесчестный народ. Лицо Дегвола на мгновение искажает боль. Но потом он справляется с лохмой горечь и улыбается. Это ожерелье моей жены. Я подарил ей его еще до того, как мы стали жить среди игланов. Ожерелье пропало, когда мою жену убили в Нейросте. У меня нет того, чем я мог бы сполна отплатить тебе за твою услугу. Но я все же дам тебе нечто важное для меня, чтобы отблагодарить тебя хотя бы частично. Ну,
Пардон, мужик, не знал, но спасибо. Мог бы не благодарить, в принципе. Такие дела я и бесплатно рад отдать. Эх, ладно, давайте дальше. Станрик. Нам всегда приходилось сражаться, чтобы выжить. В последнее время удача сопутствовала нам, но с такой бедой я сталкиваюсь впервые. Пока старейшины борются со злом в Агамумауре, мы должны защищать Остгурут. Поэтому и я прошу твоей помощи. Нас мало, и каждый, кто может держать оружие, нужен здесь, в Остгуруте. Тебя же никто не удержит здесь, и ты можешь сделать то, что нам не под силу. Да, допустим, взять, свалить в горсующий пони и там набухаться и забить на игланов. Это я могу, да. Спасибо. А на западе... Нет, там напитки какие-то говно, на самом деле. В забытом приюте больше выбора лучше. А, нет, в забытом приюте тоже какая-то моча разбавленная. Я в шир от вас уеду, во, я понял. И буду там бухать до посинения, пока тупо не свалюсь от белой горячки и не умру. Схватит с меня Средиземье. На западе в тени Амон-Рос лежат древние руины, где устроили логово ядовитые пауки. От мала до велика, сквозь века до нас дошли рецепты изготовления противоядий из ядовитых желез тех пауков, что послабее. Яд крупных особей трудно отцеживать. Собери железо пауков, плетущих сети в древних развалинах, принеси их мне. Вот про этих пауков я и говорил. Кровопийцы во тьме. Твои деяния делают тебе честь, и я не сомневаюсь в искренности твоих намерений и прошу тебя еще об одной услуге. Уверен, тебе довелось видеть самых разных пауков в тени Амон-Рос. Возможно, попадались тебе и старые паучихи, самые ужасные из всех. Да, вообще, да. Из всех. Не, мне попалась паучиха такая в вековечном лесу, вообще такая костлявая бяка, да. Некрасивая, короче, ладно. Прошу тебя, ты, говорит, наговорился. Ну да. Прошу тебя, вернись к Амон-Рос и убей старых паучих. Они долго пили кровь беззащитных и должны быть, наконец, уничтожены. Окей. Нашествие пауков. Тебе, несомненно, доводилось видеть здесь огромных пауков, этих злобных хищников, что плетут сети и подстерегают жертву любое существо, лишь бы в его силах текла кровь. Истинные чудовища, вот что они такое. Пользы от них никакой, зато вреда. Многие стали добычей, случайно попав в их логово. Это проклятое племя не заслуживает жизни, отомсти им от моего имени. Путь сделано. Тяжелые потери. Знать, что мои жена и сын погибли в сетях этого проклятого племени. Но они были далеко не единственными жертвами. Многих... потеряли гланы за долгие годы. Многие семьи лишились родных и близких по вине пауков, а в последнее время и варгов. У меня есть еще одна просьба. Она может оказаться бессмысленной, но я все же надеюсь, исполнив ее, ты многим принесешь утешение. В Амон-Рос, где обитает проклятое племя, найдется немало паучьих кладок. Со временем из них появится на свет новое чудище. И нашим бедам не будет конца. Может быть, ты отправишься туда и уничтожишь кладки, прежде чем пауки вылупятся. Их число растет с каждым днем, а добрых людей в Озгуруте становится меньше. Чё такая атмосфера-то прям? Прям упадок такой, да? Прям беда. Прям реально. Беда у народа. Так... Ой, я только что сделал непоправимое. Я перекинул клавиатуру через провод от наушников, и в итоге у меня это все запуталось, все распуталось. И... Так, я ничего не нажал? Ничего не нажал, отлично. Просто у меня на нумпадной клавиатуре всякие штучки по поводу записи, паузы и так далее. Отключение микрофона в нужный момент. Например, как был сейчас. Но вы этого не заметили. Ага-га. Итак, бард. Раньше барды позволяли, точнее, нам расставлять классовые умения и расовые умения, и всякую такую штуку. Сейчас это упростили, и, честно говоря, это плохо. По моему мнению, опять же, потому что
Это убирает из игры некий элементик такой небольшой, но хардкорности. Что мне надо обязательно бежать в город к барду, чтобы прокачаться. А кому хардкор не нравился, пожалуйста, есть призывные барды. Пользуйтесь на здоровье. Но почему-то решили это убрать. Ну, решили, и черт бы с ним. Сонхане. Ну хорошо, я побежал тогда тебе, если ты ничего не знаешь. Тебя прислал Фридерик. Он слишком сильно беспокоится обо мне с тех пор, как ушла моя сестра. С тех пор, как я взяла статую, все стали относиться ко мне иначе. Даже наш гость в коричневых одеждах ведет себя не так, как прежде. Они волнуются и говорят, что должны меня защитить. Не знаю, как они собираются защищать меня от моих снов. Каждое утро я просыпаюсь в холодном поту. Я слышу, как по ночам ко мне взывают болото. Дева заставляет болотных норбогов петь мое имя. Она хочет забрать меня. Вот и сестра ушла, чтобы найти ее и остановить. Сестра-то еще та женщина. Сильная. Я знаю, что она не хочет, что она хочет мне зла, ведь в ее песнях поется о крови и смерти. Эти песни... Норбогов я никому не рассказывала, но я и сейчас слышу, как они поют мое имя. Господи. Да стою, стою, я уже понял, что у тебя беда. В болотах, что на севере, за стеной, мы... Два вора, тихо скрывшись от погони. Ой, ладно, неважно, забыл, как там в кише дальше поется. Делить на старом кладбище вечернюю порою, уселись рядом на заброшенной могиле. В болотах, что на севере за стеной, мы встретили деву, чье тело прикрывали равные рваные одежды и сплетенные лозы вьюна. Ее улыбка была прелестна, но внезапно она содрогнулась, взметнулись болотные воды и погнала нас прочь. В какой-то миг... Она меня настигла, тут же ко мне подбежала сестра, но я успел увидеть, что в глазах девы пылает ненависть. Она желает мне зла, она выманивает меня из дома с трекотом норбогов. Помоги мне, спаси меня. Но норбоги на востоке в кровавом круге. Они трут лапками об брюшки и стрекочут. Они поют песню, которую пела она. Они зовут меня, принеси мне их лапки, тогда я буду знать, что им больше не петь мое имя. Слушай, женщина, какая-то вообще... Это... Злая. Ты поможешь мне? Помогу уже. Здравствуй, у меня к тебе просьба. Не откажи ее выслушать. У нас постоянно не хватает припасов, и мы довольно сильно зависим от поставок из таверны «Забытый приют». Если твой путь приведет тебя на запад, не зайдешь ли ты в эту таверну, не попросишь Шанлафа... чтобы он прислал в Узгурут овсяной муки. Ты окажешь нам неоценимую услугу, Диагол. Окейще. И вот мы дошли до... Кого мы нашли? Тьфу, дошли, угадайте, с первого раза. Радагаст Карри или Радагаст Бурый. В некоторых переводах он значился так. Насколько я помню. Да? Бурый, Карри, коричневый. Коричневый маг, по-моему, еще тоже где-то он был. Тебя пустили сюда, Игланы. Долго же мне пришлось тебя дожидаться. Как я понимаю, тебе удалось обнаружить руны на вершине Заверти. Позволь взглянуть на оттиск. Я явственно различаю руну Г. Гэндальф Серый из нашего ордена часто использует ее как свой знак. Полагаю, три линии означают, что он был на Амонсул 3 октября, всего несколько дней назад. А может, сентября, или мая, или июня. Я тоже наблюдал вспышки над Завертью и боюсь, что он встретил там беду. Мы не виделись с тех пор, как расстались у каменистого брода, поэтому мне нечего больше тебе сказать. Хоть ты неразговорчивый, я так готовился, можно сказать, к встрече. Думал, что сейчас будет вах. Ах, дурень старый какой-то, ладно. Ты поможешь мне? Охрен тебе.
Сама Земля восстает против нас, и причина тому мне неизвестна. Даже пастыри стали уродливой тенью самих себя болотные кочуны, что ухаживают за деревьями. А, то есть они ухаживают за деревьями. Ну ладно. Если я пойму, из-за чего так изменились пастыри, то, быть может, отыщу источник зла, осквернившего эту землю. Принеси мне мох, которым они выстилают гнезда. Обитают они на болоте, к востоку отсюда. Помни, я не хочу причинять им боли или убивать их. Пусть даже они растеряли остатки разума. Они лишь невинные жертвы, тени, накрывшие эти края, и не ведают, что творят. Ну офигенно, они-то меня бить будут. А я чё им? Не бейте, пожалуйста. Я добрый хоббит. Да, конечно, так они меня и послушали. Уже прям бить перестали. Уже даже подходить еще не начал. Они уже сказали, не-не, этого парня не бьем. Он хоббит. У него, говорят, с мозгами чуть не то. Печаль. Милднот. Милднот. Ничего дельного. Тут у нас ювелир-повар. Вот, пожалуй, на этом мы серию закончим. А в следующей серии что мы сделаем? Мы сделаем себе что? Правильно, лук. Вот. А на этом давайте заканчивать. С вами был Wage of Sin. Это была игра Властелин колец онлайн. Всем спасибо за просмотр. И всем пока!